Короткометражный фильм о детстве Александра Грина. Такой вопрос стоял на повестке рабочего совещания, которое состоялось в городской администрации. Инициатором проекта выступил Станислав Норкин, видеограф из Кирова. Журналист вынашивал эту идею 12 лет. Первый раз с ним повстречавшись один на один, я решила, что мы соберемся более расширенным составом, выслушаем предложение Станислава и выработаем тактику, как мы сможем это дело сделать вместе. Потому что, а, один в поле не воин, б, нам тоже это очень интересно, как муниципальному образованию, которое может эту вещь использовать, в том числе и в имиджевом смысле. Съемки ролика начнутся в июне и пройдут на территории Слободского. Активными помощниками станут сотрудники администрации, городской библиотеки имени Александра Грина и специалисты музейно-выставочного центра. Также к участию в съемках планируется привлечь воспитанников детских садов и учащихся городских школ. Проект – это о юных годах Грина. Это Вятский период, Слободской период, Кировский период, Вятка. Но мы в рамках Слободского вот попробуем реализовать этот проект, показать его в 7 минутах, сделать проект, красивый, уникальный проект, который будет интересен всем, и детям, и взрослым. Чтобы реализовать эту съемку, соответственно, нужно взаимодействовать с краеведческими фондами. Это то, что касается и локации, и быт. Ну, допустим, старая книга, старый сундук, керосиновая лампа, то, что мы можем отнести все к 19 веку. Самому этого не сделать, самому это не реализовать, потому что многие фонды или многие такие вещи, они закрытого плана. И с помощью, благодаря администрации города Слободского, я думаю, мы сможем найти те вещи, которые нужны для съемки, даже те книги. Как мы уже обсудили, что в фонде библиотеки даже есть старинные книги, которые мы можем непосредственно включить в проект. Помочь создать ролик может любой желающий. Для поддержки проекта запустят сбор средств на краудфандинговой площадке. Половину от собранных средств направят на благотворительность. Оставшаяся сумма пойдет на создание фильма, который выпустят ко дню рождения писателя.